Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ» в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем и о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Работать не благодаря, а вопреки обстоятельствам. В городе Ивацевичи прошел хозактив с участием главы региона Константина Сумара. Люди с ограниченными возможностями должны поверить в то, на что они способны. Специалисты центров социального обслуживания населения и коррекционно-развивающих учреждений собрались вместе за круглым столом. Мы лучше будем жалеть о том, что сделали, чем о том, чего не сделали, а потому будем хвататься за каждую возможность. Или все о том, как стать успешной бизнес-вумен. Советы от президента Ганзейского парламента. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В городе Ивацевичи прошло заседание хозяйственного актива района. В работе актива приняли участие представители областной и городской вертикали, руководители организаций и предприятий, представители бизнеса. В ходе совещания были проанализированы итоги социально-экономического развития региона за прошлый год и определены планы и основные направления работы на текущий 2014. Определить основополагающую стратегию и тактику работы района в целом и каждого человека в отдельности. Такие задачи поставил перед руководством Ивацевичского региона председатель Брестского облсполкома Константин Сумар. Виктория Драгобецкая раскроет тему подробнее. Заседание хозяйственного актива началось с детального доклада председателя Ивацевичского райисполкома Анатолия Ткачука об итогах социально-экономического развития района в 2013 году. По словам руководителя, нашлось место как успехам, так и недостаткам. С одной стороны, положительным моментом можно считать выполнение основных показателей по энергосбережению, уменьшение уровня безработицы, создание микро- и макропредприятий, а также новых рабочих мест. С другой стороны, есть и проблемы, которые не самым благоприятным образом сказались на общем развитии региона. Вместе с тем, из 18 доведенных облсполкомом прогнозных показателей и дополнительных заданий на 2014 год не выполнено 8. По экспорту товаров по организациям коммунальной собственности и безведомственной подчиненности 114,7 при прогнозе 115. Привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Темпом роста инвестиций в основной капитал. Темпом роста подрядных работ, темп роста 89,7 при задании 109. Проблемы коснулись и доминирующей сферы экономики Ивацевичей – агропромышленного комплекса. Допущенные ошибки, связанные с нарушением технологий производства сельскохозяйственной продукции – одна из главных, по мнению Константина Сумара, причин того, что Ивацевичский район на фоне других регионов Брещины явно проигрывает. Здесь вижу очень большая недоработка, например, по уходу за посевами. Если брать вот посев сельхозкультур, по защите, исходя из этого, большой недобор получается зерновых. В погоне за высокими показателями специалисты наносят ущерб качественной составляющей в сельском хозяйстве и животноводстве. Эта же проблема коснулась и промышленности Ивацевичского района. Наличие убыточных предприятий, таких как завод столярных изделий в Тереханах, Квасевичской перепуховой фабрики, льнозавода, а также завода ЖБИ, выступают в качестве мертвого груза экономики региона. В то время как некоторые из этих организаций находятся в стадии ликвидации, руководство одного из градообразующих предприятий, Ивацевич Древ, учло все нюансы и замечания, высказанные главой государства в 2012 году. Сегодня акционерное общество активно развивается, внедряются новые технологии, по поручению президента налаживается мебельное производство, что в будущем позволит увеличить объемы экспорта и, соответственно, принести прибыль как предприятию, так и региону в целом. Ивацевич Древ дает более 200% темп роста. И самое главное, что 70% продукции уходит на экспорт. И самое еще раз главное, что нет товарных запасов, и все работает, все идет с колес. Сохранение положительной динамики можно отметить и в строительной сфере региона. В 2013 году в Ивацевичском районе появилось немало объектов социального и хозяйственного значения. Поэтапное выполнение заказов и грамотное распределение сил помогает предприятиям системы областного сельского строительства уверенно держаться на плаву. Из таких значимых я бы могу или хотел бы назвать третью очередь кукурузокалибровочного завода, цех по очистке семян, реконструкция молочных товарных ферм на территории района, строительство
40-квартирных жилых домов, как в районе, так и за пределами района. В частности, мы принимали участие в качестве субподрядной организации на строительстве 40-квартирного жилого дома в Белоозерске и 60-квартирного жилого дома в поселке Жемчужный Барановичского района. В ходе совещания были выработаны задачи на 2014 год, поставлены количественные и качественные ориентиры. Для выполнения прогнозных показателей просто закатать рукава недостаточно. Необходимо на полную мощь использовать интеллектуальную составляющую, проявить максимальную деловую активность и свойственное берестейцам трудолюбие. Очень показательной в этом отношении стала выставка местного художника-инвалида Анатолия Галушки, которую Константин Сумар посетил накануне собрания. Уникальность вернисажа состоит в том, что автор вынужден писать картины, держа кисть зубами. У Анатолия нет рук. То, что делает и как делает этот человек, достойно восхищения и самой высокой похвалы. Анатолий Галушка – прекрасный пример для своих земляков. У него можно поучиться делать свое дело грамотно и поступательно, порой не благодаря, а вопреки обстоятельствам. И только тогда успех не заставит себя ждать. Работать над собой, работать не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Какая емкая фраза. Но еще, конечно, таким людям, как Анатолий Галушка, нужна и помощь, и поддержка. Многое сделано в нашем государстве для того, чтобы помочь им адаптироваться в жизни. О важности социализации инвалидов сегодня говорить не приходится. Намного сложнее обстоит ситуация с молодыми инвалидами, у которых наблюдаются особенности психофизического развития. Долгое время, с самого маленького возраста и до 18 лет, с ними работают в коррекционно-развивающих центрах. К слову, на сегодняшний день в Брестском регионе помощью этих учреждений охвачено практически 100% от общего числа инвалидов с особенностями психофизического развития. По достижении совершеннолетия они попадают под опеку территориальных центров. Однако та работа и те программы, по которым с молодыми людьми работают на новых местах, значительно отличаются от предыдущих. Чтобы адаптация в новых условиях была более плодотворной, разрабатываются совместные программы территориальных и коррекционных центров. Накануне на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста прошел круглый стол, на котором ведущие специалисты социальных центров области обсудили насущные проблемы. Подробнее в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Инвалидность не всегда причина замыкаться в себе. Это особенно должны понимать близкие и родные тех детей, которые имеют особенности психофизического развития. Для эффективной работы с такими ребятами в Брестской области функционирует 21 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 9 специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов, 40 специальных классов, где обучается более 300 ребят. Совершенствуются программы, прорабатываются методики. Однако и этого недостаточно для плодотворной работы, уверены участники круглого стола, который прошел накануне в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города. Необходимо оказывать им комплексную поддержку при переходе от коррекционно-развивающих центров в территориальные, под крыло которых попадают молодые инвалиды старше 18 лет. Хотим рассмотреть вот вопросы, как нам принимать их, как с ними работать, как осуществить вот именно ту преемственность, и чтобы она была удобна для выпускников. Разобраться с работой наших специалистов. Сергей Воронин рассказал об особенностях работы своего учреждения. В 2013 году здесь было открыто новое, третье отделение дневного пребывания для инвалидов, где функционируют кружки по интересам, проводятся акции и творческие встречи. Кроме того, на территории Московского района выстроена работа попечительского совета, куда входят руководители ведущих предприятий, а также чиновники и редакции СМИ. Уже на протяжении нескольких лет они поддерживают малоимущих, многодетные семьи, а также семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Во время круглого стола со своими проектами и инициативами выступили ведущие специалисты региона, чтобы вместе разработать стратегию дальнейшей работы, подвести итоги реализации межведомственного взаимодействия территориальных центров и центров коррекционно-развивающего обучения, а также определить эффективность запланированных программ. Нашим центрам достается самая сложная работа, потому что дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, если до недавнего, еще так скажем, времени они считались необучаемыми, то активно, где-то с 2004 года, они начали активно поступать в коррекционные центры наши. Для них созданы специальные дошкольные группы, специальные классы, в которых они имеют возможность обучаться. Категория этих детей
Я не буду говорить, что это просто дети-инвалиды, это просто люди с ограничениями, которым на сегодняшний день очень тяжело и проходить процесс адаптации, социализации, несмотря на то, что у нас в республике уже создана отлаженная система и по переходу выпускников коррекционных центров территориальные. Есть очень много факторов, которые, к сожалению, все еще препятствуют этому переходу. Проблема детской инвалидности, связанной с особенностями психофизического развития, в Брестском регионе стоит довольно остро. В 2013-2014 учебном году в банке данных таких ребят насчитывается около 16 тысяч. Это практически 6% от всех детей области. Однако, как показывает практика, прогресс все же есть. В 2012-2013 было снято с учета 7313 детей. С каждым новым годом кто-то уходит, но тех, кто приходит в коррекционные центры, также немало. Поэтому подобные круглые столы – хороший способ обсудить насущные проблемы, обменяться эффективными наработками и положительным опытом, а также наладить тесные отношения для взаимодействия с социальными учреждениями области. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Укрепление инноваций и рост экономики за счет женского предпринимательства. Семинар под таким названием прошел в городе Надбуга. На встречу, организованную Ганзейским парламентом, были приглашены представители малого и среднего бизнеса. Люди, которые не хотят останавливаться на достигнутых результатах, открыты для активного и плодотворного сотрудничества и стремятся к развитию и продвижению собственных производств. Конечно, все эти качества относятся к представительницам слабого пола – женщинам. Именно они говорят: мы лучше будем жалеть о том, что сделали, чем о том, чего не сделали. Общеизвестно, что женщины в достижении поставленных целей настойчивее мужчин, умеют использовать свои возможности во благо, рискуют продуманно и работают эффективнее. Женщина может убедить собеседника скорее, чем мужчина. Все это и не только помогло Татьяне Юхнович, директору салонов парикмахерских под брендом «Хай-Фай», добиться тех высот, о которых некоторые пока лишь мечтают. Ею была поставлена конкретная цель и было сказано самой себе: «Я с этим справлюсь». Сегодня ее салоны, в которых работает команда профессионалов с большой буквы, пользуются не только популярностью, но и доверием у клиентов. Главное – не комплексовать. Тогда все получится. У меня четверо детей, и рождение ни одного ребенка не сказалось никак на бизнесе. Бизнес строился таким образом, чтобы это не мешало справляться с домашними заботами, с детьми. И женщины не должны бояться того, что они не справятся в бизнесе, потому что если они умудряются справляться с семьей и приготовить, и следить за собой, и успевать дома убрать, то бизнес – это тот же самый домашний очаг, только немножко по-другому. Поэтому я думаю, что у наших женщин, которые прошли уже такую серьезную закалку нашим государством, нашей жизнью, теперешним бытом, в бизнесе у них точно все получится. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Поэтому надо пробовать, надо начинать, и у них все получится. При всей успешности и одновременно занятости Татьяна Юхнович не пропускает ни одного обучающего семинара. Вместе с другими леди из бизнеса пришла, чтобы почерпнуть нечто новое. Ведь семинар, организованный Брестским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и представителями Ганзейского парламента, посвящен женскому предпринимательству и интеграции людей элегантного возраста в рабочий процесс. Опыт скандинавских стран в этом направлении признают успешным, что является хорошим подтверждением важности вовлечения именно этих сегментов в развитие экономики страны. Исследования доказывают, что смешанный менеджмент мужчин и женщин в любой компании – отличное решение для бизнеса, приносящее высокую результативность труда. Опыт показывает, что предприятия, где работают только женщины, это плохо. Предприятия, где работают только мужчины, это тоже не очень хорошо. И объективно хороший результат дает здоровое соотношение женщин, мужчин. И не стоит забывать еще и пожилых людей. Безусловно, могут расходиться взгляды, безусловно, могут быть разные подходы. Но, тем не менее, очень важно, чтобы люди общались друг с другом, чтобы они, так сказать, находили точки соприкосновения и взаимопонимания и шли общим путем. И важно, что люди, которые пришли на мероприятие, могли для себя эту информацию подчеркнуть и сориентироваться о том, как лучшим образом работать в предприятии, где руководитель женщина, или наоборот, как растить женщину-специалиста для того, чтобы она давала максимальную отдачу. И вот этот семинар для членов моего союза, здесь были представлены именно женщины, как бы все расставил на свои места. То есть картинка стала целостной. И поэтому сегодня
все очень удивились, что такое короткое время прошло с момента, как они его посетили, и он закончился так быстро, и вместе вот эта картинка, она как бы сложилась, как мозаика воедино. И они понимают, что место женщины не только важно, но обязательно нужно в нашей жизни. Успешная женщина вызывает восхищение, желание быть похожей на нее, уважение. Люди могут испытывать разные чувства и эмоции по отношению к ней, но не смогут отрицать ее успехов. В бизнесе просто невозможно достичь серьезных результатов, не имея амбициозных планов и смелых целей. Цели и стремления – основные женские ориентиры на пути к желаемому результату. Опытные игроки в бизнесе, и не только, знают еще один секрет. Изучите правила коммерции, но имейте смелость нарушить их и установить свои. Ваши новые правила могут не только принести вам желанный успех, но найти множество желающих им следовать. В таком русле шел разговор на протяжении всего семинара. Юрген Хогенфорстер легко и доступно рассказывал, объяснял, наталкивал, предлагал дискуссию. У женщин есть определенные преимущества. Кстати говоря, преимущества есть у мужчин, это тоже важно подчеркнуть. Так вот, женщины, как правило, более тщательны при планировании. Они меньше склонны к риску, они стараются всегда оставаться, так сказать, в зоне большей уверенности. Кроме того, женщинам присущи лучшие навыки коммуникации. Они лучше сходятся с людьми, лучше кооперируют, сотрудничают. И в наше время, в том числе для экономической жизни, все больше значения принимает социальная компетенция. В этом плане женщины действительно сильны. Уже уходит в прошлый этап практика, когда вам уже 35, вас не берут на работу. Наоборот, уже стараются брать, потому что, опять же, мы живем с пословицами, поговорками, которые отражают мудрость народа. И мудрость такова: если бы молодость знала, если бы старость могла. Вот сегодня молодость еще не знает, а старость уже еще может. И вот я считаю, как раз здесь вот эффект именно вот этого здесь соединился на этом семинаре. Успех в бизнесе – удел избранных. Действительно, открыть собственное дело мечтает едва ли не каждый человек в нашей стране. Однако решается на это, согласно статистике, лишь 5% населения. Из их числа лишь 30% достигают успеха. А для того, чтобы быть причисленным к вышеназванной цифре, следует повышать свой профессиональный уровень. А этому способствует и проведение таких семинаров. Я очень удивлен, в хорошем смысле, тому, какой большой интерес вызвало данное мероприятие. И подтверждением этого факта является то, что на него пришли не только женщины, но и было достаточно много мужчин. То есть аудитория складывалась примерно из соотношения 1/3, 2/3. Вот. Кроме того, в ваших женщинах, бизнес-леди, которые собрались здесь, меня очень сильно, в хорошем смысле, удивило то, что, оказывается, они уже многие вещи из того, что здесь обсуждалось, сделали интуитивно. В том, что касается организации предприятия, руководства, отношения с сотрудниками. И здесь, на семинаре, только нашли подтверждение тому, каким правильным курсом они уже идут. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. 70 лет назад город Ленинград был освобожден от фашистской блокады. Она длилась почти 900 дней и унесла до 1,5 миллиона жизней. Люди умирали под пулями и бомбами, но в основном из-за голода. Сложно найти семью, которая пережила это страшное время без потерь. В годы кровопролитной осады город на Неве был особым местом, где среди страданий и боли были совершены величайшие подвиги. Брестская таможня, как и все предыдущие годы, успешно выполнила бюджетные задания. Пополнение доходной части республиканского бюджета – одна из важнейших задач, стоящих перед таможенными органами Республики Беларусь. В 2013 году от деятельности таможенных органов Брещины в государственную казну поступило 4 триллиона белорусских рублей, что сегодня составляет порядка 420 миллионов долларов США. Задания по всем контролируемым Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь показать выполнена в полном объеме. Таможенная служба Брестского региона всегда и во всем была примером для подражания. Год прошедший не стал исключением. Сработали качественно и оперативно. Основной компонент успеха – профессионализм сотрудников. Работа в этом направлении будет продолжена. Тем более, что Брестская таможня в 2014-м празднует славную дату – 75 лет со дня создания.
В областном центре прошли мероприятия, посвященные 70-й годовщине снятия ленинградской блокады. Приговор, который вынес этому городу Адольф Гитлер, похоронить Ленинград и всех его жителей, не осуществился. Неудивительно, что ветераны отмечают день снятия блокады как день второго рождения. По традиции, организаторы подготовили для ветеранов, главных гостей мероприятия, насыщенную программу. Гимназисты читали стихи, пели армейские песни, дарили подарки. У многих очевидцев войны на глаза наворачивались слезы. Образы страшных лет оживали в памяти снова и снова. Не оставались равнодушными и гимназисты. Именно на таких мероприятиях и воспитывается настоящий патриотизм. 27 января состоялся митинг памяти жертв Холокоста. Всего с июня 1941 года по октябрь 1942 на Брестской земле погибло 34 тысячи узников гетто. Еврейская община нашего города была полностью уничтожена. К мемориальному знаку были возложены венки и цветы. Участники митинга почтили память жертв Холокоста минутой молчания. Отдать дань памяти погибшим пришло немалое количество людей. Среди них были представители разного возраста, но самое главное, что пришли поклониться жертвам фашизма и молодые люди. Ведь об этом должны знать, поскольку трагедия еврейского народа – это и наша трагедия. О ней тяжело вспоминать, но ее необходимо помнить. Почти месяц пробудет в пределах Брестской епархии ковчег с частицей мощей святого мученика Ванифатия Тарсийского. Кроме Бреста, к мощам смогут преклониться верующие в Кобрине и Драгичине. Святой Ванифатий Тарсийский является помощником и заступником людей, которые страдают от алкогольной и наркотической зависимости. Уже за несколько дней в храме побывало около 5000 человек, и у каждого свои надежды, свои просьбы и молитвы. Именно вера для этих людей – лекарство для души, пораженной болезнями общества. В Брестский областной краеведческий музей заглянула весна. В полном разногласии с календарем один из выставочных залов учреждения превратился в настоящий цветник. Орхидеи, фиалки, гиацинты, нарциссы, мимозы и ромашки. Десятки разноцветных красавиц, выполненных руками берестейских умелиц, были представлены общественности накануне в ходе торжественной церемонии открытия экспозиции «Цветов пленительная сила». Окунуться в настоящую весеннюю атмосферу, насладиться цветочной красотой, а также приобщиться к увлекательному миру творчества берестейцы смогут еще почти месяц. Экспозиция будет открыта для посетителей до 22 февраля. «Одни живут на этой земле, чтобы наследить, а другие, чтобы оставить след». Эти емкие слова как нельзя лучше подходят герою нашего следующего сюжета. Человеку, которого называют аксакалом пожарной службы города над Бугом, почетным спасателем Беларуси и просто замечательным человеком. Это Иван Семенович Сыч, который 24 января отпраздновал свое 85-летие. О мудрости, о доброте, о богатом жизненном опыте Ивана Семеновича расскажет Лариса Осмолович. Представлять Ивана Семеновича Сыча сотрудником областного управления МЧС не имеет смысла. Его все знают, все уважают за профессионализм и человечность, за умение в любую минуту приходить на помощь даже к незнакомым людям. Он человек широкой души, творческий и многогранный, легкий и интересный. Жизненный путь Ивана Семеновича был непростым. Пришлось многое пережить, через многое пройти. Но часы испытаний закалили, но не придали жестокости. Стал тверже, но не злее. Бытует мнение, что юбилей подводит определенную черту под годами жизни юбиляра, являясь своеобразным мостом между завтра и вчера. Иван Семенович никакой черты не подводит. Жизнь продолжается. Я слышал тоже многих, что вот на каком-то уровне надо подводить итоги и так далее. Что-то мне это самое не подводится итоги. Ну, живешь, как живешь. Я не считаю, что рубеж вот 85, который я достиг, он является знаком, для которого подвести итоги, а дальше может быть, может не быть. Я считаю, что я не прожил жизнь напрасно, потому что сделано и для службы, ну вот потому как оценивает, как меня вот как честует, приглашает. Говорит, конечно, о себе говорить вроде того, что в положительном плане и неудобно. А вот если чествует, значит, наверное, что-то сделал
достаточно хорошее, достаточно емкое. Иван Семенович – продолжатель династии пожарных. 38 лет юбиляр прослужил в войсках пожарной службы, в том числе 21 год в должности начальника пожарной охраны Брещины. На период вступления в должность в 1963 году техническая часть оставляла желать лучшего. Все постройки депо были деревянными, ветхими, и значительная их часть находилась в аварийном состоянии. Отсутствовали элементарные условия для несения службы. Создать на тот момент крепкую базу для Ивана Семеновича было делом чести. Мне удалось создать базу. Базу для создания пожарной частей нового поколения, для новой техники. Первую техническую часть мы сделали на Субботниках. Вообще, должен сказать, что личный состав нашего гарнизона и не только Бреста, и других, очень много сделали собственными силами. 25 лет замначальника, потом начальник областного отдела. Это о чем говорит? Это характеризует Ивана Семеновича как талантливого руководителя. Талантливого. Попробуйте. Я уж про наше время не говорю. То время не намного было проще. Не намного. 30 лет стал замначальника областного отдела. 30. Я в 30 лет получил майора, это целое событие было. Все управление хотело на меня смотреть, что ты майор, откуда? Это было сложно, сверхсложно тогда. Когда ставишь перед собой задачу, все получается. Получилось и у Ивана Семеновича. Благодаря ответственному подходу к делу пожарных 60-х, 70-х, 80-х, сегодня брестские спасатели пожарные – это команда профессионалов, которые могут и умеют все, которые с поставленными задачами справляются на самый высший балл. Их ответственности и серьезности можно позавидовать по-доброму. Они команда, настоящая, профессионалы своего дела. Все огневые сложности решают сообща. Я вот сегодня говорю смело, вот за последние годы мы действительно стали сильны, и сегодня я без всякой зазрения совести говорю, что личный состав нашей службы экипирован достаточно хорошо. Во всяком случае, те времена прошли, когда мы боялись, что мы посылаем нашего пожарного спасателя в огонь, в дым, в помещении, где очень высокая температура, и он не был надежным образом защищен. Сегодня этого, слава Богу, нет. Сегодня нормальная экипировка, нормальное вооружение, хорошее оборудование, хорошая техника. У нас замечательные коллективы, замечательный личный состав. В своем большинстве, я бы так сказал, сверхдобросовестные ребята, на которых всегда можно положиться. Из того, что видно, то естественная база нормальная, выполняя все функции, я каждый раз, когда заканчивается год, вот то ли звоню, то ли подхожу, спрашиваю, ну и как сработали? Вот начальник, который здесь стоит, говорит, нормально или хорошо там, и посмотрю, как с другими. Вот знамя тут стоит, значит, это результат того, оценка, как они сегодня сработали. Когда смотришь, появились отдельная техника, специального назначения, которой раньше не было. А большинство, конечно, базируется все на тех пожарных машинах, которые были. Загружает, что-то убрали, что-то, то есть приспосабливается. Во всяком случае, я не читал, я не видел по телевидению. Мне неизвестны факты, когда бы они не справились. На юбилей к бравому военному приехали друзья и коллеги, последователи, родные и близкие. Каждый выступающий подчеркивал несомненный профессионализм Ивана Семеновича, его стальную выдержку и неизменное чувство справедливости по отношению к подчиненным. Награды, подарки, грамоты от министров бывших и сегодняшних. Даже выдержанный юбиляр не раз сдерживал слезы. Приятное то, что продолжает семейную династию и внук Денис, который добавит в общесемейный стаж не один еще десяток лет. А главное, по мнению Ивана Семеновича, что по жизни с ними идет самый верный и дорогой человек, его супруга Валентина Игнатьевна. Вместе они прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе воспитали сыновей, внуков, растят правнуков. «Моя семья, моя крепость, моя сила и мой надежный тыл», говорит Иван Семенович. А самые родные и близкие ему люди вторят. Он наш оплот, широкие плечи, за которыми находиться уютно и надежно. Своим личным примером он всегда держал ту планку, вернее, ставил надо мной ту планку, которую надо было найти. Я, конечно, очень рано ушел, уже 20 лет на пенсии,
уже 20 лет работаю на гражданке, но считаю, что и на гражданке держу ту планку, которую, так сказать, дал мне отец. То есть достичь всего в жизни, чтобы быть самым лучшим. Вот и все. Личным примером помогал в этой жизни постоянно. То есть отец у меня хороший. Я им горжусь и очень люблю ее. Я счастливая. Я счастливая жена, я счастливая мать и бабушка, и прабабушка. Люблю. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вторая половина января выдалась по-настоящему зимней. Белый пушистый снег, метели и чистейший морозный воздух. Кстати, в отличие от летнего, в нем содержится на 20% больше кислорода. Самое время для традиционных зимних забав – катания на коньках и санках. В своих репортажах мы неоднократно упоминали о местах в нашем городе, где можно посвятить время этим видам зимнего отдыха. Пришла очередь и катания на лыжах. Чем полезен лыжный спорт и где в городе над Бугом можно прокатиться по 5-километровой лыжной трассе, расскажет Виктория Драгобецкая. Лыжный сезон открыт. Обычно с таким лозунгом идут любители встать на лыжи в Брестский областной центр Олимпийского резерва по гребле. Зимой лыжная трасса вокруг Грибного канала вот уже на протяжении нескольких лет становится излюбленным местом для традиционной зимней забавы. И в этом году самый оккультуренный маршрут для лыжников стал еще длиннее. Длина всей лыжи роллерной трассы составляет порядка 5 километров. Ширина 4,5 метра. Режим работы пункта проката с 9 часов до 21 часа. Но основная загрузка трассы именно в зимний период, прежде всего на выходные. В прошлый уикенд на лыжи встало порядка 200 человек, и эта цифра не рекордная. На эти выходные сотрудники центра ожидают порядка 300 любителей спорта. Получить удовольствие от часовой лыжной прогулки можно за 25 тысяч белорусских рублей, 5 за прокат трассы, 20 за инвентарь. Для детей того меньше. Сделать на лыжах круг почета желают многие, даже те, кто встал на них впервые. Я сегодня стала первый раз на лыжи. У меня сегодня дебют. Конечно, тяжело, насчет, но погода не очень. А просто такие эмоции потрясающие. Кроме потрясающих впечатлений, катание на лыжах очень благотворно сказывается на организме человека. Укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная система, повышается иммунитет и тонус организма, улучшается кровообращение. Считается, что за 10-12 зимних дней, совершая только лыжные прогулки, можно не только расшевелить мышцы и снизить риск заболеваний, но и сбросить лишний вес. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни морозы ослабнут, однако, благодаря стараниям сотрудников центра по гребле, наслаждаться ходьбой по снегу можно будет еще долгое время. Мы вот целенаправленно включили также пушки для снега, для того, чтобы как можно дольше продлить вот этот вот сезон катания людей. Я думаю, что даже уже когда пойдет температура, начнет повышаться, мы создадим все-таки такую подушку, чтобы ну, минимум месяц-полтора люди у нас покатались на лыжах. Кроме лыжной трассы на Грибном, походить на лыжах можно и в городском парке культуры и отдыха. Поэтому пользуйтесь моментом, пока погода благоприятствует. Берите лыжи и держите курс на Грибной или в парк. Дышать свежим воздухом и наслаждаться прогулкой. Ведь на календаре февраль и до весны рукой подать. Виктория Драгобецкая, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Следует воспользоваться погодой и попробовать с успехом, а главное с радостью, насладиться и коньками, и санками, и лыжами. Станем и бодрее, и здоровее. Знаменитый итальянский физиолог Анджело Мосса сказал, физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Мудро. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире.
В воскресенье и понедельник 2 и 3 февраля погода в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно холодной воздушной массе. Существенных осадков не предвидится. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В воскресенье на Брещине местами еще сохранится сильный порывистый ветер, но уже более мягкого, юго-восточного направления. В ночные часы температура воздуха составит от минус 8 до минус 10 градусов, а днем от 3 до 5 мороза. В понедельник, 3 февраля, синоптики прогнозируют от 3 до 9 мороза в течение суток. Местами возможен слабый туман и изморозь. Морозы начнут постепенно ослабевать, утихнет и сильный ветер.